Всем привет, уважаемые зрители и подписчики канала. С вами у микрофона Коньков Никита, канал МК. Мы продолжаем проходить The Cave. Это третья часть. И продолжаем додумывать головоломки. Вы знаете, если честно, я не смотрел, не подглядывал никуда. Это мое слепое прохождение. Поэтому сейчас надо будет еще опять побегать, опять подумать. И вообще, что же нам делать здесь? Есть кое-какие моменты, которые остаются загадкой. Так, вот она. Капкейк. Капкейк. Мы его забираем. Тоже немножко непонятно. Для чего он нужен? Step right up and have your weight guessed. Come on, what are you afraid of? Выкинь ты этот молоток, он нам больше не понадобится. Step on the platform and get your weight guess. Так, как же здесь веста сделать? Остается у нас, остается неиспользованным, получается, только вот капкейк, вот этот вот кекс. Я просто даже не знаю. Здесь с электричеством мы больше вроде бы уже не должны ничего использовать. Никакие варианты с электричеством уже не должны будут работать. Ну давайте еще раз отправим нашего водолаза поплавать. Ой-ой-ой. Хорошо. Так, это что он получается? Совсем что ли мы закрутили, да? Pipe valve nut. Это посткарт какой-то. Для чего он нужен? Она говорит, Так, да, мы совсем сейчас затянули. Ну что же делать? Это секрет, ребята. Где-то был динамит, но его уже что-то нету. Я думал, может быть, как-то динамитом там разрушить что-то, но нет. Так, странно. Больше он не хочет.
Да. Придется подумать, придется. Риск. Риск от огня. Что же здесь? Вот что они здесь делают, я, честно говоря, не могу понять. Так, он, получается, рвется, да, она его тянет за штанину. Да. Секрет, так секрет. Угу. А гантельку мы можем забрать, оказывается. Чего, правда, нам будет нужна эта гантелька? Step right up and have your weight guessed. Come on, what are you afraid of? Я уже эту локацию наизусть изучил за эти серии. У меня уже просто все наизусть. Я уже все наизусть знаю. Может, как-то использовать эту гантель? Не хочет? Странно. Вот то, что мы еще не пользовались, это точно я могу сказать. Это вот этим вот пирожным. Честно говоря, непонятно мне. Что же нам дает? Your weight is exactly 142. Try again. You lose. Так, сейчас попробуем еще. Есть пару мыслей, которые, в принципе, ну, я не знаю, адекватные, неадекватные, но какие-то задумки есть. Не пойму вообще, для чего я воду эту обесточиваю. Если честно. И то, когда я проходил, когда я собирался играть в эту игру, я прочитал рецензию. Забавно.
Сейчас, когда отключается электричество, я нажимать не могу ничего. You weigh 142. Try it again. You lose. Тушь как бывает, а?